Приятная новость для любителей спорта. На играх исламской солидарности копилку нашей команды пополнили две золотые медали. Наши борцы Айсулу Тыныбеков и Ерназар Ахматалиев в финальных матчах более чем убедительно одолели своих соперников. Для Айсулу Тыныбекова это уже вторая золотая медаль исламских игр. Первую золотую награду она завоевала в 2017 году. В первой схватке в четвертьфинале Айсулу одолела соперницу из Казахстана. В полуфинале была повержена спортсменка из Сенегала, а в финале со счетом 11-0 наша соотечественница поборола Фатумату Камара из Гвинеи. В преддверии чемпионата мира мы вместе со штабом выбрали в качестве преподготовки исламские игры. Честно говоря, подготовка была не самой лучшей, но несмотря на это у нас золотая медаль. Я очень рада и хочу выразить благодарность всем кыргызстанцам. Все, что было запланировано, сбывается. Теперь будем дальше готовиться к мировому первенству. Ерназар Акматалиев на этих играх окончательно доказал, что он готов к серьезным вызовам. Этот результат Ерназара дает надежду на то, что поездка в Токио не последняя олимпиада в карьере молодого борца. Исламские игры для меня сложились наилучшим образом. Изначально была поставлена цель взять золото. Я впервые участвую в исламских играх. Для меня все схватки сложились трудно. Нельзя сказать, что один соперник был сильнее, а другой слабее. Наверное, из-за того, что это исламские игры. Для меня гимн звучал по-особенному. Были совершенно особые чувства. В финальной схватке Ерназару противостоял спортсмен из Ирана. Встреча получилась очень упорной, в которой в ключевых моментах оказался сильнее наш борец. На данный момент в копилке сборной Кыргызстана 4 медали. 2 золотых, 1 серебряная и бронзовая медаль. Актилет Джанчиев, Чингиз Садыков, СТВ.